Желтый, красный, пурпурный. Это просто праздник какой-то. Самое яркое время года словно шепчет. Пора выходить гулять и ловить последние лучи еще теплого солнца. Октябрь разукрасил растения ботанического сада в самые разные яркие оттенки. Но самым нарядным стал по праву барбарис. Осенью барбарис заметно выделяется среди других кустарников. Это его, что называется, золотая, а если быть точнее, багряная пора. Листья пламенеют и созревают плоды, несмотря на многообразие которых, собирать их в ботаническом саду запрещено. Их передают на посев другие сады. На этом островке природы в каменных джунглях города собрано больше 4000 видов растений. Здесь представлены как местные породы, так и экзотические, привезенные из Северной Америки, азиатских и восточных стран. Южные деревья даже самой поздней осенью остаются с листьями, поэтому, прогуливаясь здесь, есть риск забыться и потеряться во времени года. Над созданием чарующего вида работает целая команда сотрудников. Чтобы каждое из растений прижилось и имело нужный вид, учитывают каждую деталь. Для каждого растения нужен определенный участок. То есть если тенолюбивые растения, которые любят определенную тень, полутень, и, например, светолюбивые, многие растения имеют свойство, если их посадить не в том месте, они могут проявить себя не так, как на самом деле. Такой красоты и пестрости можно не увидеть, то есть, естественно, им нужна световая краска. Прогуляться в зеленом оазисе можно в будни с 10 утра до 6 вечера. По выходным сад не работает, но попасть туда все-таки можно, заказав экскурсию. Примерно на час вы перенесетесь в другой мир. Мир удивительных растений и глубокого единения с природой и самим собой. Красиво очень. Деревья зеленые, даже есть еще желтые, разные цвета. Там вообще красиво. А это вообще супер место. Мы дышали свежим воздухом. Приятно прям ходить, любоваться природой. Тут еще такая красота. Так еще красиво сделаны площадки такие. Супер. Ну, очень красиво. Глаза отдыхают, душа отдыхает. Поэтому очень хорошо, что нам его открыли. Вот побродишь везде, по тропинкам, по всем, все знакомо. В каждое из времен года ботанический сад кардинально меняет свой внешний облик. Но вот с чем согласны и сотрудники, и самарцы, так это с тем, что осень одаривает это место особой атмосферой. В октябре здесь еще остается приятный теплый шлейф, остатки летней роскоши, зеленая листва и даже цветы, но уже начинает веять прохладой. Буйство красок рождает непередаваемые эмоции и одаривает внезапным вдохновением. Осень, унылая пора, а чей очарование? Приятно мне твоя прощальная краса. Люблю я пышное природы увядание, в багрец и золото одетые леса. В их сенях ветра шум и свежее дыхание, и мглой покрытые небеса. И редкий солнце луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы. Мария Елеевна, Константин Головин. События.